Учебную площадку, созданную в рамках профильного нацпроекта, сегодня посетил глава Кубани. Первыми участниками фабрики стали сотрудники 4 промышленных предприятий края. На примере реального производственного процесса они получают опыт применения бережливых технологий. Как отметил Вениамин Кондратьев, важно, что на площадке сотрудники предприятий учатся не только правильно организовывать свою работу, но и эффективно мыслить. Модернизация в производстве начнется тогда, когда модернизация произойдет в голове, в умах. Вот тогда будет модернизация по-настоящему. И тогда производительность труда на самом деле станет производительностью, оптимизацией будет. Все будет, и прибыль будет расти, и зарплаты будут расти. И вот здесь, я так понимаю, на пальцах вам пытаются объяснить, как достигнуть повышения производительности труда, как достигнуть прибыли максимальной. И это все в совокупности отражается в наших задачах по реализации национальных проектов, в том числе и национального проекта «Производительность труда». Вот кто может сказать, что у вас было в начале? В начале места были расположены не по технологическому процессу, как протекает, а некоторые операторы у нас простаивали, то есть у них было достаточно мало проблем. То есть мы смогли высвободить людей и перевести их на более сложные операции, которые больше загружены. Мы сейчас поставили операции по ходу выполнения технологического процесса так, чтобы операторы самостоятельно могли перемещать свои изделия. То есть из определенного хаоса, который был на столах, вы попытались сделать определенный алгоритм, то есть определенная причинно-следственная связь, которая помогает вам достичь конкретного результата. Планируется, что участниками фабрики процессов за год станут около 1000 человек из разных предприятий края.